привет, друзья! Вот видите, здесь на выставке World Education Fair в Северном Йорке я встретил студентку, с которой я работал еще 6 лет назад. Привет, Лена! Здрасте! Вот, Лена отучилась в языковой школе, то есть я еще тогда работал в языковой школе. Потом расскажи, пожалуйста, куда ты дальше пошла? Дальше я пошла, после языковой школы я прошла курс Travel and Tourism, где-то 12 месяцев, а после этого уже пошла в Valve, ага, на мастерскую программу. То есть, а первая твоя программа после языковой школы, это был диплом или сертификат? Это, да, был диплом. Ну, сейчас вот такие программы, да, они предлагаются как work and study, то есть можно 50% учиться, 50% работать. Лен, скажи, пожалуйста, вот почему ты решила пойти в магистратуру? Было очень интересно, прежде всего. Интересно. То есть тебе понравилась учеба? Мне очень понравилось. Это University of Guelph, правильно? University of Guelph, да. Скажи, вот между жизнью в Торонто и жизнью в небольшом городе в Гуэлфе, где вот тебе вообще, какое место ты считаешь такое лучше, комфортнее для жизни? Для меня Торонто комфортнее. Торонто комфортнее, ясно. Но Гуэлф не так далеко на самом деле. Скажи, вот ты выбрала программу European Studies, да? То есть вообще, насколько ты считаешь, магистратура вот такого рода общая, она дает большие здесь возможности для трудоустройства? Или нужно все-таки какое-то прикладное образование получать? Нужно иметь опыт, прежде всего. Спрашивать об опыте и работе. Как бы образование — это хорошо, но... Ясно, ясно. Скажи, вот прошло уже 6 лет, то есть я так понимаю, что ты не только отучился, но еще и право на работу получила. Да. Да. Вообще реально, вот расскажи тем, кто еще только решает, стоит ехать, не стоит, реально вообще отучиться, получить право на работу? Реально, если заканчиваешь вуз, то реально дают. То есть у меня была программа 2 года. Дают на 2 года, ага, и есть возможность продлить. Ага. По поводу работы, ты считаешь, насколько после окончания вуза здесь тяжело вообще найти работу? Как быстро студенты находят, выпускники? Это в зависимости от того, по какой специальности. От У меня такая более такая общая специальность, поэтому мне чуть-чуть сложнее найти. Но... Ясно. А откуда ты, из России, из Украины? Из России. Из России, а из какого города? Ставрополь. Из Ставрополя. Ну, вообще нравится в Канаде за 6 лет, не жалеешь? Нет, не жалею. Не жалеешь, отлично. Ребята, очень приятная встреча была, спасибо, Лена, огромное. Мы на выставке World Education Fair. Лена закончила школу Study English in Canada, где я работал когда-то давно, и закончила Guelph University магистратуру, и также диплом по туризму получила. И вот такая у нас классная встреча, сейчас работает в Канаде. Довольна, так что смотрите, решайте, пишите комментарии, вопросы обязательно под этим видео. Всего вам доброго, пока!